Крепкий союз мы празднуем священный, а все началось в 1755 году. Собрались как-то граф Иван Иванович Шувалов и Михаил Васильевич Ломоносов и подумали. О чем они подумали? Они подумали о том, что без своей, науки быть России не может. Что же нашим молодым людям ездить учиться в разные там гильдерберги? Неужто наша Москва хуже, а? Записался граф Иван Иванович Шувалов на аудиенцию к императрице Елизавете, уговаривать подписать указ об основании университета. Нешуточное дело вы задеваете, ох, нешуточное. А достанет ли сил-то у нас? Достанет сил, государь, достанет. Михаил Васильевич продумал и просчитал все до тонкостей. Пусть Академия останется гнездилищем научной мысли, а университет станет школою всероссийской. Было ему 26 лет. Уговаривать он умел. И указ об основании Московского университета был подписан императрицей по новому стилю 25 января 1755 года. И с тех пор нет на свете отважнее твари, чем российский студент, студент Ее Величества. Аплодисменты, друзья мои! Во второй половине 19 века уже по воле Николая I день 25 января стал днем студента, веселым и шумным праздником всей студенческой братии. В этот день толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись втроем, четвером, на одном извозчике и горланили песни. Хозяин ресторана «Эрмитаж», француз Оливье, предоставлял в этот день всем студентам свой ресторан, давал на растерзание, но, правда, предварительно выносил фарфоровую посуду, менял ее на глиняную, лавочки тоже менял на обыкновенные деревянные, но при этом все студенты и профессора праздновали Татьянин день именно в этом ресторане, а полиция получала указание совершенно веселых профессоров и студентов довозить до дома, дабы зашли в целости и в сохранности. И вот уже два столетия праздник Татьянин день. Это праздник, когда всех студентов и профессоров поздравляют первые лица государства и города. И в нашем веке традиция не нарушается. Наш праздник проходит при поддержке правительства Москвы, Комитета общественных связей города Москвы. И мы приглашаем на сцену для поздравления первого заместителя, председателя Комитета общественных связей города Москвы, Савина Алексея Александровича. Аплодисменты! Добрый вечер, московское студенчество. Мы уже традиционно проводим такие встречи. И нам очень приятно, что Арбат-36 25 января собирает вот такую большую аудиторию. Решите вас поздравить от имени правительства Москвы, от имени Комитета общественных связей с праздником. В первую очередь, это, конечно, окончание зимней сессии, особенно для тех, кто поступил только в прошлом году на первый курс, кто удачно ее сдал, а кто не сдал, значит, должен ее сдать, еще успеть. Конечно, мы хотим вас поздравить с праздником всего российского студенчества, который вот на протяжении уже целого ряда лет празднуется в Москве, и мы очень рады, что он празднуется не один день, а достаточно большой промежуток времени, и в праздничных мероприятиях принимает участие более 300 вузов. Мне очень приятно сказать, что 2009 год стал судьбоносным для театра «Мост», который сегодня выступает на этой сцене. И в 2009 году, наконец-то, театр «Мост», у него появились свои стены, в которых он создает массу очень интересных спектаклей. Я хочу пожелать Ирине Александровне Большаковой и всей труппе успеха в этом году. Я думаю, что они порадуют нас все новыми и новыми постановками. А вас, дорогие студенты, вам пожелать больших успехов, радостных встреч, и чтобы вот эти дни, они остались навсегда в вашей памяти, как и у студентов, которые сидели за вузовскими партами, которые слушали лекции и сегодня преподают вам, работают в сфере производства, в других областях. Нам очень приятно вспоминать эти жизненные мгновения, которые достаточно быстро прошли. Поэтому я хочу вас поздравить с этим днем, пожелать счастья и уверенности в завтрашнем дне. Спасибо. Алексей Александрович Савин, первый заместитель председателя Комитета общественных связей города Москвы. Ну что, друзья мои, после
официального открытия можно уже спокойно, совершенно спокойно, уже неофициально назвать наш бал открытым! Ну, вообще, наверное, стало доброй традицией в этот день славословить Альма-Матер. И поэтому мы приглашаем на сцену студентов того самого первого российского университета, Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Оратория Ивашенко Васильева «Я люблю университет». Yeah.
огибают небоскребы. Великолепная звезда у дома в золото одета, сияет повсюду и всегда во славу университета. Годы. У меня такой, знаешь, маленький вопрос. Давай. А в зале много Татьян? Что-то так, мужские голоса, мужские голоса от 35 до... Мы тоже Тани. Может быть, они сын Тани, поэтому... Сын Тани, да. Друзья мои, давайте отдельные аплодисменты Татьянам, потому что какой бы ни был праздник студенческий, все равно Татьяны, они в особом положении сегодня. Я не просто так, как бы еще, как бы отметил это имя. Конечно. Татьяна, прошу, Яночка, пожалуйста. Да. Потому что одна из виновниц сегодняшнего торжества лично мне запомнилась еще тогда, когда она была буквально звездой команды КВН Новосибирского государственного университета. Ой, я вот помню вот все ее миниатюры, даже сейчас не буду повторять, дорогие друзья, на сцене Татьяна Лазарева! Мы ее приглашаем к вам! Здравствуйте, друзья! Мы оставляем вас на короткое время с Татьяной. То есть я вас оставляю, я вас оставляю. А я иду за секретом. То есть ты даже зашли. Понятно, хорошо. Таня, у нас есть записки. Дело в том,